Ребята, всем привет, с вами Александр, легенда Дракономании. Давайте посмотрим, что у нас сегодня есть интересного. Опять же, продолжая комбинацию в попытках вывести нашего легендарного дракончика. Попытка номер 2333. Попытка в очередной раз неудачная. Ладно, давайте это мы дело... Кстати, вот это вот изменилась анимашечка, да, ну как вы поняли. Такая вот настала штука. Ну, прикольно, да, стало лучше. Правда, что-то как-то, как выбирать, я там еще не знаю. Кстати, вот индюшечка, да, это наш... удивительно, он так и называется. Индюк — это наш новый недельный дракончик, да. Мне хотелось бы его вывести, он забавный. То есть он не похож на остальных. То есть такой уникальный дракон. Яд плюс грязь. Кстати, наверное, стоит переключиться на него, что ли, на недельку. Шевалье пока забросить, потому что какое-то дело гиблое у меня... с драконом Шевалье, так как с драконом Фея у меня, я его так и не смог вывести, не фарт, а какой-то дикий. Так, заглянем, что у нас тут по акциям. Ух ты, ё-моё. Фермер, соберите как можно больше еды, участвуем, и здесь вы видите, как можно больше, тоже участвую. Участвую, ребятки. Так, и у нас есть дракончик на прокачку. И это дракончик непростой, это очень-очень ценный дракончик, ребята, потому что этот дракон мудрец, мне его дали за то, что я уже 2 года играю в эту игру. И, кстати, он последний в этой группе драконов. Так, что ты так подлагиваешь, картинки не прогружает. Давайте как-то подождем, что ли. Я хочу увидеть эту коллекцию. Но драконы награды, то есть это все типа о чем? За третий год не дадут никакого дракона, нам до 7 драконов награды всего было. Блин, смотрите, ну не прогружаются картинки. Так, ну давайте хоть так посмотрим. Лучезарный, фавн, дракон буря, да? У меня есть дракон буря. Так, огонек был, наверное, последним, да. Кого нам давали? Ну и дракон мудрец, это, конечно, столкнувшись со сложной проблемой, виверны, да, виверны, кстати, да, это не настоящие драконы, обращаются за светом к дракону мудрецу. Тренер не совсем понимает, что говорит дракон, на дрожание бороды и многозначительное хм воспитанника вселяют в него уверенность. Давайте мы к нему перейдем. Он мне тут попал как раз к архангелу на воспитание. Ух, смотрите, какая большая голова. Видно, что дракон умный. Так, давайте глянем на его показатели. Ну, эпик с силой 64, да. Камень, огонь, пустота. Так, давайте его как-то переименуем. Я даже знаю, как его переименовать. Так. IQ. Он же мудрец. Значит, у нас будет IQ. Продать чуть не нажал. Ёшкин ты кот. Вот это было бы горе. Давайте погладим дракона мудреца. Ну и мудреца надо... Надо накормить. Хорошо накормить. Мне он чем-то напоминает Деда Мороза, не знаю. Красный костюм, белая борода. Иначе красное лицо от холода. Старый добрый советский Дед Мороз. Борода из ваты. Ведет себя как старичок, да, такой? Такие звуки издает. Ам-ам-ам-ам. На 16. Вот такой вот у нас забавный дракон-мудрец. Кстати, ух ты. Вы собрали всех нужных драконов. Но это вот за вот ту вот группу, которая у нас не подсвечена. Кстати, а это где? Это вот здесь, да? Ну, блин, ну как видите, они здесь... А кого это мне не хватает здесь? Смотрите, мне изумруда не хватает. Мне вывести изумруда, и мне дадут еще 10 алмазиков. Ну, что-то глючит его, короче, как-то. Не показывает нам.
остальных. Так, с этим разобрались. Также у нас идет, ребятки, клановое событие сейчас. Так, я что-то собрал, я не хотел. Извините, простите, что поделать, что получилось. Так, и вот. Тотем дружбы. Нет, не туда. Так, и наши очки дружбы. Это всегда прикольно. Но я хотел не туда. Я хотел маячок. Показать код дружбы 5B0F. Ну, вы поняли, F59. Так что, ребятки, добавляйтесь, друзья, пишите свои коды, коды дружбы в комментариях. И, ну, в общем, добавляйте друг друга. Так, а что у нас идет по клановому событию? Воху, как-то что-то. Это они, наверное, перерисовывают. Видите, у нас даже фон сейчас черный, это подглючивает. Подглючивает. У нас прошла чистка клана. И давайте будем осаждать. Так, что у нас тут за задание? Так, золото в жилищах. Кстати, да, сейчас нужно будет выполнить. Давайте пойдем в осаду. Так, мы штурмуем вот эту вот башеньку и погнали. Щепка, атакуй! Так, это у нас закончилось. Давайте посмотрим. Так, мы пока что впереди, но это еще самое начало. Это ни о чем не говорит. Вот так. Отлично. Нам не хватает. Нужно пойти насобирать золотишко. Так, 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 так. Так. Это готовенько. Люблю такие задания. Ну куда ты меня вот помчала? Я там еще не все собрал. Соберем все с этого острова, чтобы сюда уже больше не возвращаться. Готово, это нам не нужно. Критические удары, пожалуй, тоже не буду брать. А завоевать два рудника, это пожалуйста. Так, что у нас тут с противниками? С противниками у нас какая-то легкотня. Отлично. И второй еще. Заодно завоюем. Молодец. Так, а где? Где? Я не слышу музыки. Музыки в игре. И внизу, видите, тоже что-то не прорисовывается. Ну, какое-то обновление идет, что-то глючит его. Так, а ну-ка, настройки. Стоп. Скорость прокрутки. Настройка звука. Вот. Ё-ма. Почему-то пропала музыка. Так, вот, появилась музыка, отлично. Задание мы тоже выполнили. Это мы выполнять пока что не будем. Так, никто там нас помощи не просит. Никто помощи не просит. Отлично. Так, у нас уже 514 кристальчиков, это хорошо. 44 человека, то есть места освободились. Активных, активных попрошу. Не надо ломиться в клан, если вы лентяй. Только активных игроков, которые будут каждый день в игре и выполнять задания. Вот такое вот у нас условие. Так, давайте сейчас еще пробежимся. Так, вы выполнили здесь целых какие-то три задания. Так, еда, это. Еще насыпали. Нанесите в битве критические удары и потренируйте драконы. Ну, все, в принципе, выполнимо, без проблем. Кстати, давайте я вот сюда давно не заходил. Одержите победу в битве с драконом воды. Увы и ах. Скрестите метиса ветра и пустоты с драконом стихии энергии. Получите дракона бури. Ветер, пустота плюс энергия. Какие-то подсказки. Так, удалите дракона со стихии снега, используя гнев. Это вообще не интересно.
исследуете... Я пока что подзабил на исследование. На исследование рун, так сказать. Так, ладно, тогда давайте пойдем соберем еду. Нам нужно выполнять условия акции. Заядлый фермер. Первый этап, да, какой-то мы там выполнили. Мультипосадочка. Да я бы такой чет на 6 часиков поставил. И не парился бы уже. Так, что здесь? Я построил у нас жилище пустоты. Ладно, пока неохота мне разбираться. Ух, 900... 16 миллионов еды, ребятки. Мы продолжаем накапливать. Это когда появится у нас какой-то дракончик, мы сразу сможем его качнуть там на 50 уровень или выше. Ну, это... Когда мы определимся, какого дракона качать нужно. Это будет либо просто какой-то крутой сильный дракон, ну, с которыми нам не везет в акциях, да, Фрея нам не досталось, и другой из прошлой акции тоже сильный дракон нам не попался, так что фиг его знает, что да как оно будет. Так, собрали сундучок. Так, неплохо, мне тут очков что-то многовато. Давайте-ка заглянем мы на колдовскую. Где мы там находимся? Там босс, да, из 6 противников, по-моему. Да. Здесь, короче, боль и страдания. Здесь боль и страдания, ребята. Так, а ну здесь что? 60-е. Одна звездочка, это вообще что-то мне не нравится. Одна звездочка, это не по феншую. А вот это что? Это, а кто как ходит, а вот что вот эти кружочки значат? Это какое-то нововведение, конечно, интересное. Архангел, живи! Он вообще урона не нанес. Это трагично. Офигеть! Неплохо нас ослабили, блин, не получим мы 3 звезды. Но 2, по крайней мере, получили. А почему 1? Тю. Ну, давайте здесь попробуем 3 получить. Вот гаденыш взял таки и ослабил. Смерть тебе за это. Очень мало. Ну хотя меня тоже как бы не особо зацепило. Так, ну 3 звезды. Ух, ну все, Архан Артол. Было бы хана нашему факелу. Две звезды. Чё-то я не понял. Как оно считается? Я думал, 3 звезды, типа, все 3 дракона выжили, иначе 3 звезды. А оказывается, нет, что-то здесь не так. Как-то по-другому они считают. Наверное, учитывается сила драконов. Даже не знаю. Так, ладно, давайте заглянем еще. Блин, и тут глюки, да? И тут так глючит. Ну, не прогрузились еще картиночки. Давайте кого-нибудь найдем так. По уровням будем ориентироваться, да? Минус 17. Вот это у нас тигр, да? Давайте уберем, конечно, тигра отсюда. И тебя отсюда тоже уберем. И вот это тоже нам здесь не нужно. Возьмем какой-то обычный щит. И обычную энергию. Ну и помчимся в бой. Кстати, ой-ой-ой, 50 уровень дракона. Давай, Гипнос. Накажи эту китаянку. То есть у него получается один сильный дракон 50 уровня, а остальные слабенькие. Вот он.
Ух ты, Тор, прикольно, 10 левела. Ребята, а насколько хватит 16 миллионов еды, а? До какого уровня дракона можно качнуть? С нуля. Так, ну и все. Ух ты. И Один. Вот это у кого-то, кому-то фартануло. Выиграл всех. Та-дам! И нам попался легендарный осколок. Кстати, давайте сейчас проверим вообще, сколько у меня осколков. Я давно туда не заходил. Так, ну ладно, тут глючить не будем, насиловать игру. И тут глючит. Сколько у меня легендарных осколков? Что-то фонарь, да, но 57 хороших, это хорошо. Их нужно 5, чтобы слить. Но по ним поменялось, да? Анимашечки какие-то перерисовали. Ну и то хорошо, что игру не забрасывает, игра продолжает жить. Ладно, ребятки, на этом я тогда с вами прощаюсь. Всем спасибо за просмотр, будьте активными и до скорых встреч.